Тебе когда-то говорили, что ты редкая сволочь. Конечно. И свинья. Да 100 раз. Вонючая, похабная скотина. Слушай, если ты меня решила удивить, зря стараешься. Я за 20 лет о себе такого наслушался. Давай конкретно. В чем предъява? А ты что, не понимаешь? Не понимаю, прикинь. Потому что вообще-то это я должен тебе люлей давать за вчерашнее. Да ты что? Ты чем думала, когда заказчика по голове бутылкой била? Жопой? Слава богу, выяснилось, что он в 90-е также с женой познакомился. Еле отбрехался, что это была реконструкция тех событий. Иначе бы уже давно сидела. Потому что ты знаешь, кто? Знаю. Насильник. А ты сутенер. А ты дура! Какой насильник? О чем ты? И тебя никто не заставлял с ним спать. Хочешь, спи, хочешь, не спи. Но если бы не была идиоткой, переспала б. Так, ладно. На первый раз прощаю. Ну, что значит прощаю? Штрафую. Но еще раз что-то подобное вышвырну на помойку, поняла? Это я тебя вышвыриваю на помойку, понял, лысый? Уй. Я расторгаю контракт, забираю песню и ухожу. Да я же пошутил, Лиз, ну не обижайся. Что, не ожидал? Ну, если честно, не ожидал. Я-то думал, ты хоть чуть-чуть с мозгами. А получается, что ты тупее остальных? На, почитай, что собираешься расторгать перед тем, как коммит любимому продюсеру. Пункты с 15 по 20 рекомендую выучить наизусть. А сейчас повесила мозги на место и вон из кабинета. Ты пришла ко мне с другой планеты. Нет, ты просто слишком долго жил на этой. Говорят, в тебе нет ни изъяна. Говорят, твой инь еще не встретил свою Яну. Ты всегда найдешь о чем поспорить. А тебе пора в учебник по истории. Ведь мы из разных миров, и нам хорошо. Папик пришел. Что мы делали бы друг без друга? Тю, да я за 5 минут найду себе подругу. У тебя в друзьях одни анахронизмы. А нафига мне эти ваши катаклизмы? Ты всегда найдешь о чем поспорить. Ну давай залить все это в сторис. Ведь мы из разных миров, но нам хорошо. Папик пришел. После такого скоротечного и, по всей видимости, болезненного полового акта, самка филиппинской жабы впадает в состояние, подобное анабиозу, и может находиться в нем до нескольких дней. Все права на творчество певца принадлежат продюсеру навечно. Расторжение контракта по требованию артиста карается неустойкой $200 000 США плюс 30% от упущенной прибыли в течение следующих 15 лет с момента расторжения контракта. Клуша, ты вообще читала, когда подписывала? Хотя кого я спрашиваю? Ты ж читать не умеешь. Собственными руками загнать себя в такую кабалу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты же его собственность. Сценическое имя его, песни его. Ты крепостная. Он же может тебя и в карты проиграть, и обменять на борзых щенков. И никуда ты, Лизавета, не денешься. Но не переживай, Лизавета, есть один выход. Побег. В Запорожскую сечь или в Сибирь. А что, Лиз? Справим тебе документик. У меня, кстати, один художник знакомый есть с криминальным прошлым. Васька Череп. Он такой паспорт нарисует. От настоящего не отличишь. Имя тебе сменим. Будешь у нас, к примеру, Прасковья Жемчугова. Звучит. И с романсами по клубинке. Ты, кстати, какие-нибудь романсы знаешь? Дед, умеешь поддержать в трудную минуту? Спасибо, блин. Итого 250 человек гостей. Рассадим их за 20 больших столов, как символ 20-летия вашей творческой деятельности. Нормально, мне нравится.
Что это вы взяли за нахрен моду так входить, а? Что тебе надо? Дайте на шагов, чтоб тебе легче спалось. Спасибо. У меня, в отличие от старых пердунов, со сном проблем нет. Теперь вот, если у тебя, конечно, хоть капля совести осталась, это же надо. Довел ребенка руки на себя наложить хотела. Вот полбалки снотворного проглотила. Мамочки! Выйди, истеричка. Поняла. Жива? Была бы не жива. Тебя уже паковали под белые ручники за доведение до самоубийства. Так, стоп, стоп, стоп. А я тут при чем? Да, действительно, при чем тут ты? Загнал ребенка в кабалу, прикарманил песню под каких-то упырей, чуть не подложил. Конечно, при чем здесь ты? У тебя вообще хоть капля совести осталась. Человек ты или нет? Так, все, ну, успокойся. Ладно. Кать! Николаевич, никому никогда этого не говорил. Только тебе и только сегодня. Расчувствовал ты меня. Я, между прочим, по молодости вообще, как крокодил Гена, со всеми добренький был. Все по-честному хотел. А меня один кинул, потом другой. В них бабки вкладывать. Да что там бабки? Душу вкладываешь, а они раскручиваются и задницу тобой потирают. Да. Но Лизавета, она не такая. Николаевич, да все они такие, пока на улице не начнут узнавать. А потом шик, и пошел в задницу лысый. Ой. А мне, между прочим, неприятно. Знаешь, как я переживаю? Чтоб ты знал, я ранимый и чувствительный человек. Ну, Михаил, перестань, ну. Давай за тебя. Давай за нас. Поддерживаю. Да, Олег Михайлович. Катюша, у нас там виски после презентации где-то оставался, есть? Да, есть, Олег Михайлович. Неси только быстро. Хорошо. Так может еще суши заказать? Да, суши обязательно. Давай суши. Таиланд, я тебе скажу, это что-то с чем-то. Пляж, пальмы, море, ужас. Ты обязательно должен съездить. Я обязательно. Да. Ой, человек, отпусти девочку. Да. Настя. Катя. А, Соса, Катя. Да, Олег Михайлович. Катенька, у нас где-то там бензин есть? Нет, я бензин пить не буду. Да это не пить. Ну есть или нет, что молчишь? Есть, есть. Говорит, есть. Кажется, для зажигалок. Вот для зажигалок пойдет. Тащи только быстро. Лизавета! Ты видишь этот огонь? Это горят твои кандалы. А это вот самый добрый в мире продюсер. Вот, слышь ты, слышь, скажи тебе. Лизка, а нет, ты свободна. Ты свободна, Лизавета. Все, свобода, больше огня, больше огня, больше огня, чтобы не погасло. Да, Олег Михайлович. Слышишь, у нас огнетушитель далеко. Огнетушитель? Огнетушитель. Сейчас найдем. Сволочь! Катина! Так у нас задолго-то дали крутым и позитивным, и надыхающим. Ненавижу! Надеюсь, это не обо мне. Илья вчера что-то накосячил, когда домой припался. Да при чем тут ты? Ты вон посмотри. Что там такое?
Что так впечатлило? Ну-ка, ну-ка. Ребят, доброе утро. Доброе утро. Я счастлив вас приветствовать. Ну, а мы как счастливы. Слушайте, Шевали, тут разные слухи ходят на разных форумах, что песня ваша на реальных событиях. Да, нет? Да, это правда. Можно сказать, что эта песня — это история наших отношений. Вот так вот лучше. Здорово, Николаевич. Ну, мы вчера с тобой дали, а? Ты уже похмелился? Вот что ты за человек? Ты не имеешь права, это Лизина песня. Ты ее вчера отпустил, сам контракт сжег. У меня даже видео на телефоне имеется. Точно. Мы же тебя вчера тушили. Ха-ха-ха. Прикол. Сбросишь видосик? Ты вообще слышишь, что я тебе говорю? Ты не имеешь права. Да не ори ты, Господи, все я имею. Ну, сжег я контракт, сжег. У меня еще один есть. В смысле? В прямом. Я их всегда по 10 штук делаю. Нотариально заверено. Ты думаешь, ты первый меня жалобить пришел? Я 20 лет в бизнесе, ко мне кто только не приходил. Мамы, папы, дяди, тети, один раз бабку в инвалидном кресле привезли. А я говорил, я чувствительный, ранимый человек. Особенно по пьяни. Вот так однажды Полякову отпустил, теперь страхуюсь. А зачем же ты тогда вообще этот цирк устраивал вчера? Сволочь ты лицемерная! Выпить хотелось. Сейчас же, считай, не с кем. Сейчас кто курит, кто нюхает, кто на таблетках. Таких, как мы с тобой, староверов, по пальцам посчитать. Ты похмелись. Алиске передаю, сегодня вечером работает на днюхе. Форма одежды купальная будет из торта вылазить. Не будет! Она в больнице! Понял. Тогда штрафные санкции по контракту. Понял? Ну все, обнял. Ладно. Не хочешь по-хорошему, будь по-плохому. Лизавета! Лизавета, ты где? Я тут. А, посмотрим, что эта сволочь запоет, когда ему реальный срок засветит. Так что вытирай сопли. Поедем заявление писать. Какое заявление? На вступление в комсомола. Нормальное, обычное заявление в полицию. Принуждение к сексуальным действиям и кража интеллектуальной собственности. Нас и Мирик потянет. Так, и одеваться. Они захочут сидеть, будут выплачивать нам контрибуцию. Чего выплачивать? Так, $1100. Так, нормально. И новая песня. Шлягер. А, и путевки в этот, как его. Таиланд. Не было? Говорят, там хорошо. Удивительно, но факт. Эти существа, не обладая интеллектом, в случае угрозы своей популяции действуют совершенно разумно, сплоченно, словно единый живой организм. Испуганный муравей предупреждает прочих членов колонии, выделяя специальный феромон тревоги. Остальные муравьи, уловившие этот запах, начинают нервничать. Явившаяся по вызову рабочая, ознакомившись с первичным феромоном, начинает выделять такие же вещества, усиливая первоначальный сигнал. Постепенно волнение охватывает весь муравейник. Это помогает выстроить организованную и эффективную оборону. Помимо феромонов, муравьи используют для коммуникации и физические сигналы. Они могут общаться при помощи соприкосновений и звуков. Именно высокая скорость передачи информации позволяет муравьям действовать слаженно, организованно и, не поддаваясь панике, своевременно противостоять большинству внешних угроз. Чай, кофе или, может быть, коньяку? Спасибо. Давайте сразу к делу. Окей. К делу так к делу. От лица Карабасова Олега Михайловича я предлагаю вам забрать заявление. Ну, допустим, мы согласимся. И что нам за это будет? И вам ничего за это не будет. Тогда всего доброго и до встречи в суде. Лизавета Борисовна. Это ваше право, но вы должны отдавать себе отчет, что ничем хорошим для Елизаветы Борисовны наша встреча в суде не закончится. Да неужели? И по какой причине, позвольте полюбопытствовать?
по причине того, что имеется множество свидетельств, указывающих на лживость ее слов. Да вы что? Каких еще свидетельств? Присаживайтесь. Начнем, пожалуй, с нашего клиента, Карабасова Олега Михайловича. Коллектив «Струны», продюсером которого я являюсь, был приглашен на юбилей господина Смирнова, чтобы в сопровождении струнного квартета исполнить отрывок из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Как ответственный руководитель, я приехал проверить, все ли готово к выступлению немного заранее. В гримерке меня ждала участница группы Якушева Елизавета Борисовна. Практически сразу вышеупомянутая особа предложила мне вступить с ней в интимную связь с целью продвижения ее сольной карьеры. Как приличный человек с моральными принципами, я категорически отказался. Гражданку Якушеву мой отказ явно расстроил. Какая же все-таки сволочь. Да бред это все. Мои девчонки могут подтвердить. Да полюбасу. Вы имеете в виду гражданок Котляренко, Парамонову, Сапрыкину и Блане? Именно. Так они уже подтвердили. Согласно заявлению ваших коллег. Когда мы пришли в гримерку, Якушева уже допила бутылку коньяка, который входит в наш райдер и необходим нам для прогрева голосовых связок. На наши претензии она отвечала грубо. Была очень расстроена и зла на продюсера. Но причину своей злости объяснить отказалась. Во время выступления из-за выпитого алкоголя Якушева вела себя непрофессионально. Не попадала в ноты, путала слова и вообще еле держалась на ногах. Это был какой-то кошмар. Через какое-то время она рухнула на пол и захрапела. А когда ее пытались разбудить... Позволила себе выражаться нецензурной бранью даже в присутствии детей. Каких детей? О чем вы? Обычных детей, несовершеннолетних, в возрасте от 3 до 14 лет, с которыми работал аниматор Плохотнюк М.А. Сценическое имя Бим-Бом. В тот день я работал на юбилее господина Смирнова. Во время одного из перерывов ко мне подошла пьяная девица, как я узнал впоследствии, гражданка Якушева, и стала приставать с непристойными танцами, мотивируя это тем, что хочет отомстить бывшему. На мой отказ реагировала агрессивно, в связи с чем я временно утратил трудоспособность и нахожусь на стационарном лечении в поликлинике номер 7. Именинник, господин Смирнов, сделал гражданке Якушевой замечание о недопустимости такого поведения. После чего она набросилась на него, используя в качестве оружия бутылку шампанского. Что, в свою очередь, подтверждается показаниями участников народного коллектива «Соловей» в составе 60 человек. Будем зачитывать или, в принципе, достаточно? Вообще не помогает. И чего вы ее все время бьете? Посуду эту. Это что, традиция такая-то? Слышь, Лизавет? Прости, просто думаю. И что она думала? Запорожскую сечь или в Сибирь? Ну да, тут, конечно, надо думать. Ты думаешь, чего они так заморочились? Вот прям стольких людей подключили. Задергался Карабас. А если задергался, то рыло у него реально в пуху. Я не одна такая. Да, конечно. Да стопудово. Но он же уже 20 лет в шоу-бизнесе. Ну? И ты представляешь, скольких он бедных девочек облапал. И в постели ко всяким уродам уложил. Знаешь, что мы сделаем? Мы найдем всех, с кем он работал, поговорим с ними и попытаемся поднять волну. Засудим этого скота, как Вайнштейна за харассмент, а? Как кого и за что?
Ванштейна за харассмент. А. Да ладно, дед. Ты что, не знаешь эту историю? А все потому, что надо не только про своих муравьев смотреть, а иногда и новости листать. Расширяет кругозор, знаешь ли? Ну, если ты такая умная, тогда скажи, что нам делать? Для начала подметать. Слышь, Лиз, а вот интересно, у вашего этого Карабаса-Барабаса дети есть? Без понятия. Тебе зачем? Ну, чтобы знать, кому ты по наследству перейдешь. Дед, ну реально, ну не смешно. Правда. Ну, хватит сопли распускать. Что им придумаем? Угу. О! Что? Уже придумали? Раз нормально зайти можете, долбоклюи! Олег Михайлович, вы простите, что мы без приглашения просто не могли удержаться. Лизавета... Хотели поздравить вас с юбилеем вашей творческой деятельности. И вручить этот маленький, но очень ценный подарок. И цветочки от всего сердца. Большом. Красивые. Ну, падайте, раз пришли, что стоять? Скрывать не буду. Заинтригован. Что у нас тут? Это заяц. В зайце должна быть утка. Оп. А нет, курица. Утки не нашли? Ясно. Ну а в курице, я так понимаю, должно быть яйцо. Есть яйцо. Ух ты. А что в яйце? Флешка. А вот это креативно. Мне нравится.
что, на флешке? А на флешке, Олежка, как в сказке. Смерть Кощея. Прямо-таки смерть. Давайте посмотрим. Всем привет! Вы на канале Шоубиз, где мы обсуждаем самые горячие новости шоу-бизнеса. И тема сегодняшнего выпуска – сексуальные скандалы. Все слышали о харассменте в Голливуде. Но на днях выяснилось, что слава Харви Вайнштейна не дает покоя некоторым нашим продюсерам. Знакомьтесь, Олег Михайлович Карабасов. Один из богов нашего Олимпа, постоянно зажигающий все новые и новые звезды на небе отечественной эстрады. Список жертв этого доморощенного Вайнштейна исчисляется десятками известных имен. По понятным причинам не все они готовы говорить на камеру. Известная актриса Ольга Пояркова, звезда таких популярных сериалов, как «Псина 3», «Раскрепощенная» и, конечно же, «Подорожник любви». Одна из немногих, кто согласился на интервью. Это было много лет назад, но я помню, это будто бы это было вчера. Обычная студенческая вечеринка дома моей лучшей подруги Катюши Глинской. И какой-то общий знакомый привел его в эту нашу компанию. Олега Карабасова. Да, его самого. И как-то так все шло, вдруг мы оказались с ним в одной комнате наедине. Он уже был изрядно пьяный и начал рассказывать, что он работает в шоу-бизнесе и что он может устроить меня в какой-то музыкальный клип на главную роль. Саша, ты в своем уме? Ты вообще можешь мне такое предлагать? Поручить невиновного человека? Да дело в том, что он как раз и виновен. И у него не одна жертва, не две, а десятки. Просто они молчат, боятся говорить. Да, ты права, это не роль. Это ролища. Это бенефис. Если хочешь, это женский Гамлет. Быть, так сказать, или не быть, в конце концов. Да на твоем месте любая бы согласилась. Саш, я тебя не любая. Да. Прости. Конечно, я погорячился, извини. Интересно, Глинская работает еще? Да точно, она же помоложе будет. А что-то я о ней сразу-то не подумал. Вот старость, не радость. Ты прости меня, я тебя заморочил. Ну, бывай. Пока, забудь. Саша, ну куда ты пошел? Разве я сказала нет? А потом он сказал, что жарко, душно, и расстегнул рубашку. Так я опустила ее, и это было так мерзко, так отвратительно. А он смотрел на меня, как на кусок мяса, понимаете? А я не могла пошевелиться. Слава богу, мне хватило сил выскочить. Я бежала, 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 но этот взгляд похотливый, он просто преследовал меня, и я так переживала, что я потеряла ребенка. О, Боже, потеряли ребенка? Я работала няней в тот момент и просто забыла своего подопечного в магазине. Представляете? Это же браво! А почему говорят, что у нас никто не может играть? Это Оскар! Рано аплодируешь. Там еще кое-что есть. И дальше? Угу. Куда дальше? Ну давай дальше. Давай. Знаете, вот ситуация была реально нереальная. Просто. Я этот день помню, как вчера. Точнее, вы даже знаете, как сегодня. В общем, как это все было. Блин, подруга, реально, ты такое просишь. Но я с ним реально даже не знакома, понимаешь? Ну, Кисуль, пойми, если бы ты была с ним знакома, то все по-любому так бы и было. Ну, реально. Ну, выручи подругу, плиз. Зато инсту свою прокачаешь. Сколько у тебя там сейчас фолловеров? Слушай, у меня вон дома сидит один притыренный фолловер, который, если услышит, что я с кем-то там мутила, он мне нафиг все импланты повыдергивает, понимаешь? Нафиг все! Ну так в том-то и дело, что ты не мутила, а отказала не кому-нибудь, а тупо самому крутому продюсеру в мире. И все ради него. Да ты потом веревки с него ведь будешь.
Слушай, ты что, реально так думаешь, да? Да, реально. Почему он мне предложил выпить вина? Для того, чтобы расслабиться, ну и раскрепоститься, и показать. Ну, все лучшее, на что я способна. А мол, от этого будет зависеть моя дальнейшая карьера. И что было дальше? А дальше я ему дала по яйцам и убежала. Просто у меня уже на тот период был любимый человек. И я не готова была жертвовать им ради какой-то там, знаете, невнятной карьеришки. Слушай, а это интересно. Да что там, это захватывающе. Лизон, что за толк? А? Подружка твоя? Дай телефон. Я приглашу ее на прослушивание. Если лишь. Ну-ну. Ты дальше смотри. А и дальше есть. Угу. Погнали дальше. Вероятно, прямо сейчас адвокаты Карабасова готовят заявление, в котором будет сказано, что все это ложь, и все эти женщины хотели просто хайпа и денег. Ну что ж, у нас есть видео с человеком, который работал на Карабасова и готов пролить свет на черную подноготную его грязного бизнеса. Это не человек. Это обещание ада. Бедные девчонки, он платит им копейки, чтобы они с голоду не умерли, и поставляет их на потеху высокопоставленным негодяям. Я видел это собственными глазами и не смог с этим жить. А почему вы не рассказывали об этом раньше? Боялся за собственную жизнь. Он неоднократно угрожал мне физической расправой. Он ранее убежал, но больше я молчать не могу. Для него женщина не человек, добыча, трофей. Завалил и повесил на стенку. Я больше не могу. Все! Все, я вас прощаю. Не просто прощаю, я включаю под завтрашнюю программу, юбилейную. Добавим пару шуток. И в конце выйдете вместе с поете хэппи-бёзды, а? Во! Ты что, дурак, что ли? Это в шоу завтра будет в интернете. Так что лучше давай меняться. Ты нам контракт, а мы тебе компромат. Ха-ха-ха-ха. Так это был компромат. А я только сейчас понял. Получается, вы меня загнали в угол. Слушай, ну, хватит уже кривляться. Да вы меня послушайте. Клоуны. Вы что, на Америку насмотрелись и подумали, тут тоже так можно? Да хрен вам! Я вот так вот щелкнул, и вы со своим блогером свою флешку через черный ход засунете по самые гланды. Пугать они меня будут, твари неблагодарные. Да вы все должны у меня в ногах валяться. Я скажу, целовать ноги, будешь целовать. Понял? Я скажу, раздвигать, будешь раздвигать. Вы не знали, как это работает? Знали! Знали прекрасно. Вы сами готовы прыгнуть на шишку, лишь бы подальше от своей помойки, поближе к тачкам, к бабкам, яхтам, а потом меня использовали? Я не знала! Шлюха! Каждая из вас. Шлюха. Каждая шлюха! Вон отсюда! Вон отсюда пошли нахрен! Еще раз я вас здесь увижу, я вас уничтожу, понял? Вон пошли, что сидим! До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Пошли. Катя, ты какое время написала пригласительных? Ну, все правильно, 6. А почему сейчас уже 8, а никого нет? В смысле, какое видео? Говорит, какой-то ролик вышел, сейчас ссылку пришлет. Прислала. Сейчас выведу на экран. Секундочку. Выбиться в солистки. Познакомься с боссом и отбрось свои понты. Он очень любит девочек, как раз таких, как ты. Это шоу-бизнес, детка, если кто-то платит, ты всегда окажешься потом в его кровати. В сауне, на даче, в клубе, в лимузине. Да теперь уже везде. Ведь ты его рабыня. Даже нет, ты просто кукла.
замокла в лапах Карабаса. Ты уже не человек, ты просто мясо. И не ты одна в таком сюжете для порнухи. Это шоу-бизнес, детка. Все вы шлюхи. И ждет тебя с продюсером не только ведь кровать. Скажу целовать, но ты будешь целовать. Он еще дружкам тебя будет предлагать. Скажу раздвигать, но ты будешь раздвигать. Он раскроет все твои скрытые таланты. Загрузит работой по самые гланды. Но ненадолго, мы в 30 старухи. А будешь возникать, напомнит. Все вы шлюхи. Знает все, что если ты певица и модель, ты сюда смогла пробиться лишь через постель. И не переубедить тебе народной массы, пока нас пихают вот такие карабасы. Раунд. Все вы шлюхи. Каждая из вас шлюха. Вон отсюда. Еще раз увижу, уничтожу. Чего вылупились? Ежу понятно, что это фейк. Я такого дерьма про любого из вас на коленке сделаю. Удалите сети. Пустите опровержение. Чего встал? Чего встал, идиот? За работу, бегом! А ты мне не тычь.